В Казахстане растет популяция беркутов. Это стало возможным благодаря значительному расширению территорий заповедников и национальных парков, особо охраняемых государством. И, кроме того, хищных птиц выводят в специальных питомниках, в определенное время выпускают в места былого обитания. Сейчас на территории нашего государства, по данным, ну, самым скромным подсчетам, 1000 особей пернатых, и такие данные были представлены на международной конференции, которая называлась «Охота с ловчими птицами. История и современность». Между тем, ученые бьют тревогу по поводу сокращения численности такого редкого вида птиц, как сокол балобан. В Казахстане их осталось всего несколько сотен. Зоологи в первую очередь связывают проблему с браконьерским выловом в дикой природе и массовым вывозом этих птиц контрабандным путем в арабские страны. Нужны более жесткие меры, которые бы были направлены на контроль перемещение этих птиц. Нужно прекратить изъятие в природе. Нужно взять под охрану последнее гнездовье этих птиц. И тогда есть надежда, что все-таки мы балобана сохраним. В противном случае, я думаю, мы имеем шанс этот вид потерять.